Привет, пилотон, с вами Зет, сегодня мы будем с вами проходить осенний сезон Forza Horizon 5, или как модно теперь его называть, ветреный сезон. Так что прыгайте в кокпит своего болида, заводите мотор и погнали проходить сезон. А в награду в этом сезоне мы получим китайский УАЗик, так как я не могу выговорить его название. То я решил называть его Хуй-сунь-высунь. И получим мы его за 25 очков, а за 40 очков Rimac Concept 2. Переходим к Форзатону, и нам нужно будет взять машину любую, американскую или немецкую, выпуском до 2010 года, а затем поставить на нее тюнинг. И если мне приходится выбирать между этими странами, то я выберу американца, и это Ford Escort RS Cosworth 1992 года. Тюнинг на него вот. Затем берете и проезжаете на первое место кольцевую трассу автокросса. И после отправляйтесь на любую трассу первопроходца, найдете на карте. И берете Ford Escort RS200, ставите вот такой вот тюнинг. И затем последнее испытание Форзатона — это продемонстрировать аварийную посадку. Для этого нужно в воздухе сбить какой-либо объект. Советую вам проходить это в аэропорту. Далее маленькие ежедневные испытания Форзатона, их проходим раз в день в течение недели. В Форзатон шопе же на этой неделе сможем забрать Porsche 959 и RJ Anderson. Если честно, особо никогда не катался на этих машинах, сказать мне о них нечего. Затем переходим в Horizon Arcade, и проходили мы дрифт. Все изи, брал Формула Дрифт Супру А90. Первое реальное испытание на сегодня — это Триал. Если на прошлой неделе было все в C600, то на этой в B700. Да, разнообразие. И так как у нас соревнования стран-производителей, то какую страну из стран-участниц вы выберете, то и зачтется, что вы откатали на их машине. Поэтому в Триал брал Honda NSX вот в таком тюнинге. Он не мой, но едет очень бомбически, и всем советую этот тюнинг. Очень хороший. В награду за очень легкий Триал мы получим Caterham R500. Врываемся с двух ног на игровые площадки и брал Subaru в RX STI 2004 года, чтобы пройти за Японию. И установите на нее вот такой тюнинг. Он нам еще пригодится для одного из чемпионатов в будущем. Игровые площадки, если честно, абсолютно не обязательно выигрывать в этом режиме. Да. Даже если вы проиграете, то приз вам дадут. Тут так это работает. Кстати, приз как раз таки это BMW M2. Итак, первый сезон их чемпионатов. Да, в этом сезоне не будет смелых выходов, как и в прошлом. Так что первый из чемпионатов — это уличные гонки в B700, и брал сюда Nissan Skyline R32 1993 года. Тюнинг вот такой тут стоит от Налока. Наша награда отсюда — это Honda Civic 2018 года. Второй чемпионат проходил на Subaru с тем самым тюнингом, который показывал до этого на игровых площадках. И тут у нас будет грунт в B700. Машина опять-таки японская, это Subaru VRX STI 2004 года выпуска. Награда Peugeot 207S, который очень круто у вас поедет в грунтовке в А и С классе. Последний сезон и чемпионат — это автокросс, и чтобы ехать за Японию, сделал 10-й Evolution от Mitsubishi. Тюнинг опять-таки прилагаю к видео, вот. Чемпионат простой, а главный веселый, ну и награда — это Lambo Urus. Вот испытание происходит на треке рядом с фестивалем, на Ferrari 812. Можете либо купить, она недорогая, либо запустить карточку в Event Lab, я думаю, вы сможете найти. Переходим к маленьким испытаниям. Первое из них — продемонстрируйте 5 чистых стартов в онлайн гонках, то есть заходите туда и чисто стартуете в 5 разных гонках, то есть не врезаясь ни в кого и ни во что, все просто. А второе маленькое испытание — это сбить 10 великов. Для этого заходите в Event Lab, вводите вот этот код и сбиваете тут велики, пока не закроете ачивку. И последнее, что осталось, это соперники месяца. Если не прошли, то подсказочка сверху на прошлый сезон, там все сможете найти, как это проходили. А для владельцев абонемента стала доступна Mazda 323 GTR 1992 года выпуска. Пока не пробовал, но тянет на конкурента Пульсара. Выглядит, кстати, потрясно. Всем огромное спасибо за просмотр, буду признателен твоему лайку и подписке, пиши, на какой машине проходил какие гонки и за какую страну ездишь в этой обнове. Ну и с вами был Зет, всем хорошего настроения и всем пока.